Приветствую вас, Рина. Первый вопрос, который хочется вам задать, он заключается в том, по какой причине вы в себе не уверены. Что составляет вашу неуверенность в себе? Потому что вы хотите знать, скучает ли он по вам, именно потому что не уверены в своей ценности. Для мужчины вы не уверены в том, что ценны и важны для человека. Вот. И соответственно важно понять, почему вы сомневаетесь в своей ценности. Это первое. Второе. Откуда вы знаете, что он не думает о жене? В-третьих, почему у вас встреча закончилась сексом? То есть вы говорите о том, что встреча закончилась сексом так, как будто вот просто взяло и просто все закончилось сексом. Ну, то есть как бы это же было ваше желание, это же ваше желание было в том числе переспать с мужчиной. И такое ощущение, что вы ответственности за это на себя брать не готовы. И вопрос заключается в том, по какой причине. Ведь вы выбрали мужчину переспать, что вас за это условно осуждать не будет. Но как бы вы сами... Как будто не принимаете ответственности за то, что сделали. То есть вы с мужчиной переспали, и как будто ждете от него теперь чего-то, да? То есть согласились на то, чтобы с человеком переспать, но как будто бы теперь боитесь, что ничего не будет. Я уверен, что если мужчина вас как-то бросит вас, как-то оттолкнет вас, то вам будет, мягко говоря, обидно, мягко говоря, тяжело, мягко говоря, трудно, вот. Потому что человек вас как бы оттолкнул. И на мой взгляд, в этом есть, своя сложность, в этом есть своя специфика, в этом есть своя проблема. Потому что, вы подходите неосознанно к тому, что делаете, не контролируете как будто то, что делаете. И вот вы пишете, да, что вы познакомились с мужчиной, который старше вас на 10 лет. Это достаточно серьезная разница в возрасте. И нужно понимать, почему именно такого мужчину вы выбрали. Что вас объединяет, что вас связывает вместе, да? Стараться как-то вот вовлекать друг друга в какую-то деятельность совместную. То есть вместо того, чтобы думать и переживать по поводу того, как он относится к вам, можно и нужно здесь стараться вовлекать его в ваш образ жизни. Или самой вовлекаться в его образ жизни, если вас что-то интересует. Этот момент является очень важным. Вот. Тут главное исключить деструктивные сценарии, согласно которому вы, может быть, подсознательно
боитесь таких вот равноправных отношений. Вот. Если это так, то с этим нужно работать, безусловно. Если это так, то это нужно корректировать. Можно и нужно корректировать. А вот. Это очень важный момент. Просто. А дальше, ну дальше вы говорите про то, что ваше общение продолжается, опять же говорите об этом вы так, как будто это что-то от вас вообще не зависящее, ну не зависящее, ну такое ощущение, вот, что от вас это не зависит, вот. Хотя, на мой взгляд, более чем зависит, вот, более чем это, ну, это напрямую зависит от вас, на самом деле. Вот, и очень важно, вот, чтобы вы понимали, на чем базируется ваше общение. Это предельно важный момент. Потому что если этого не происходит, то начинаются трудности, начинаются проблемы. Всегда. Практически. Вот. А дальше. Вы спрашиваете, стоит ли, значит, первое, мы об этом сказать. О чем сказать? Не очень понятно. О том, что вы скучаете, да, можно, если вы это чувствуете. Вопрос в том, чего вы ожидаете, что вы будете ожидать в ответ. Если вы будете ожидать в ответ, что мужчина скажет, тоже самое, ну, в таком случае, наверное, не надо. Потому что, если этого не произойдет, вы будете разочарованы. Вот. А, дальше. Значит, большое вмешательство, не знаю, стоит ли самой предложить встретиться или дождаться, когда он сам предложит. А в чем здесь у вас вмешательство? В чем конкретное сомнение? Вот. Ну, вот, собственно, и все. Я думаю, что разобраться со своими чувствами, с тем, чего вы хотите для мужчины, чего вы хотите для себя, а после занять максимально безопасную и защищающую ваши интересы позицию, и, в принципе, этого более чем достаточно для того, чтобы двигаться дальше. Очевидно, что вы очень много значения мужчине придаете, что и является, на мой взгляд, вашей проблемой. На этом все. Я надеюсь, что помог вам. Если понравился мой ответ, буду благодарен за его оценку в качестве лучшего. Я вам желаю всего самого доброго и удачи.